Правоохранители разоблачили квартирных воров. Двое мужчин, воспользовавшись отсутствием хозяев, проникли через окно в квартиру, но были задержаны сотрудниками полиции. Похитить ценные вещи задержанным не удалось. Проникнув в одну из квартир через окно на улице Зоопарковой, мужчины фактически на горячем были пойманы сотрудниками правоохранительных органов. Оба были задержаны и взяты под стражу. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.